Здравствуйте, это канал Максимации, и это снова модный летсплей по Майнкрафту. Вместе с Андреем, естественно, который вот так вот красиво появился из-под земли. Короче, Андрей себе решает построить дом, и он делает это как все нормальные строители, не как я. Он делает фундамент сразу. Ну а что, надо же. Так, и сразу же ночь наступает. Кстати, я тут вижу, мы дошли уже, это уже 11-я, по-моему, серия, а значит, пора сменить сложность. Ставим нормальную сложность. А серии, после 20-й серии уже будем это повышать до сложной. Жесть. Буду продолжать так, строительство дома. Я лег уже в кровать. Я тоже. И сегодня пора бы заняться третьим этажом и крышей. Еще, кстати, думаю, тут окошко бы сделать. А вот эти печки перенести в другое место. Ну, я думаю, что вообще для них было бы лучше какое-то отдельное место. Да. Пока где... Ну, типа, отдельное какое-то помещение, типа, как плавильни или не плавильни. Плавильни, вот эти всякие мастерские или что-то типа того, я вообще на третьем этаже планирую сделать. А я вот планирую тоже сделать в доме в каком-нибудь из... В одном из двух крыльев. У нас этот индастриал стоит. И, по-моему, индастриала у нас нету. У нас билд, по-моему, стоит. Билдкрафт, по-моему, стоит. Билдкрафт, да, индастриала нет. На том летсплей, который с Данилом играли, у нас индастриал был, и всякие приспособления из-под индастриала у меня на третьем этаже были. А в этом летсплее что-то другое придется нам замутить. Зато это интересно будет. И, кстати, я думаю, надо чем-то закрыть вот эти доски. Потому что они некрасиво выглядят. Какую-нибудь картину бы или рамку бы туда запихнуть. Так, две рамки. Картина, по-моему, создается как-то... Блин, это надо рецепты крафта смотреть, я не помню. Ну или рамку. В рамку можно было бы что-то положить. Ну, в рамку можно положить любой предмет. А я вот что хочу. Кстати, рамки надо скрафтить нам, чтобы много. Не нравится рамок, просто, да? Мне, что вот это вот, что вот эти доски там торчат. А что у тебя доски какие-то торчат? Да потому что это эти доски, это лестница на второй этаж. У меня, кстати, столько угля под домом, оказывается. Для создания крыши мне потребуется этот булыжник. У меня есть булыжник немножко. На скриншоте, который я показывал, кстати, того дома из летсплея, там крыша была деревянная, но потом вскоре я ее перестроил на каменную, потому что почему-то в том месте постоянно была гроза и молния попадала мне в крышу. Один раз из-за этого у меня в доме случился пожар, но к счастью... А помнишь, как у меня дом сгорел однажды? Да. Но к счастью, пожар удалось предотвратить, хотя огонь уничтожил почти целую крышу. И в принципе, и до других этажей добрался. Но дом мы починили, точнее я починил. И сделал каменную крышу на него. Если тебе надо будет булыжника, вот берешь кирку и идешь копать у меня яму. Помогать будешь. Да, надо. Тут еще. Тут топливо все закончилось в этой печке. Вот почему не дожарилось это. Еще вот этот булыжник кладу я туда.
Так, создаем У меня есть каменные одна кирпичи. идея какая-то. Точнее, одна идейка есть у меня. Да. Можно будет сделать эту воронками сделать, чтобы это, как сказать, она автоматически подавалась, но самому вытаскивает, чтобы опыт не терять. Ну, можно сделать сразу, 8 только чтобы пока. сундук уходил. Весь материал. Боже, блин, опять у меня кончилась лопата. Третья пошла. Давай. О. Не, не хватит. Это как грызть. Пока это убираем, а еще вот эти запасы тоже надо все убрать. Железо. 37 железа у меня еще. Слушай, это надо будет сделать, как он его? Наковальню-то? Наковальню, точно. Для этого надо блоки железные. Так их сделать-то? 9 слитков стоит. Да. 3 железных блока надо. У меня 2 есть блока, можешь зайти в сундуке взять. В каком-то. У тебя есть 2 блока? Да, я уже скрафтил их. А. На нашей базе в сундуке, говоришь, да? Да. Ну, в сундуке. Хорошо. Так. А, вот они. Благодарю. Нифига себе, сколько земли, а я, блин, ныл, что типа земли нам не хватает. Да, это было. Сейчас я скажу. Так, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Почти 16 стаков земли. Зачем? А зачем я 2 железных блока сделал? Не знаю. Если мне надо было. А как делается наковальня? А ты посмотри рецепты. А, в этой же версии добавили эти рецепты. Я думал, мод для этого нужен. Так. А, вот наковальня. А, да. Не совсем правильно я делал. Там, по-моему, железные блоки, да, надо? Железные блоки. Я сделал один лишний блок. А, зачем я его кладу? Зачем я его в сундук-то положил? Я могу из него обратно сделать железные слитки. Во-во. Так. Благодарю за блоки. Пора наковальню сделать, поставить. О, вот тут поставлю. Я почти яму раскопал в одного. Не хочешь помочь? Не знаю. Кстати, надо будет булыжники переплавляться в камень. Наковальню я поставил, но пока она вроде мне не нужна. А мне вот что нужно. Мне нужны эти блоки. Блоки акации. Доски, точнее. Так, у тебя лопаты есть? Мне надо опять 3 лопаты минимум. Да ты издеваешься, что ли? Как ты их быстро потратить сумел? А ты посмотри, сколько мне выкапывать земли пришлось в одного. Сколько? 2 надо? 3 хотя бы. Да блин. Трачу ради тебя все ресурсы свои. Только я это сам зайду. Потому что я сейчас ресурсы буду сбрасывать идти. Так. А, у меня есть место, если ты можешь ко мне прийти и сбросить мне. Раз. Лопаты. 2. 3. Жопу подо 3. Очень спасибо. Да. Так, лопатки. Кошмар, у меня все лопаты. Куропатки. Лопаты. Так, доски акации еще остались у нас? Не знаю. По-моему, в каком-то сундуке были они. Нет, все я потратил уже. А, ну сходи вырасти акацию, там есть какой-то саженец где-то, по-моему. На эти, те, что выросли, я что-то, во-первых, та, которая на доме еще не выросла, во-вторых,
Ее бы все равно не хватило на то, чтобы целый третий этаж сделать. Капец, нифига ты там домик, конечно, решил Ну как? сделать. Так же, как в прошлом летсплее в том. А я не помню, мы долго их строили, эти дома, нет вообще? Ну, примерно столько же, наверное. Тридцать шесть досок всего, нет, это мало. Так ты еще сделай, поищи. Мне надо в лес акации пойти. Ну как? В эту в саванну надо. Акация, вот. Ну давай, Да прогружайся, долбаные почти. текстуры. Тут, кстати, домик, а мы. Он целый, значит, кирпичи из него мы не брали. И что-то чувачка. А, Нормально вот так. чувачок. Я уж думал, чувачка нету этого. Господи, не люблю это слово. Как жаль. Ну извини, я не тебя Это что за называю. фигня там? А, это циклоп бродит. Я думаю, что за фигня там бродит уже. Что за фигня там бродит? Что за фигня там бродит? А, это циклопы бродят возле меня. Буду делить на блоки. Так проще чистить. Мужик, отойди, пожалуйста, мне надо кирпич этот. Ну, убей ты его. Нет. Бесчестно это дело. Да и зачем? У меня есть его скин уже. Я только с этой целью Так, золото бегает, надо пытался это его дважды золото. убить. Со второй. Слушай, а это золото можно заманить в яму? Ай. Может и можно. Давай. Оу, тихо. Ой, а, я его сейчас заманю просто к себе сюда, где пол уже. Все, он не зайдет сюда. У нас ни разу до сих пор не было дождя, кстати. И грозы, тем более. О, золото выпало. Так, ночь, надо идти спать. Сейчас. О, прикинь, сколько их тут. Кого? Циклопов их 5 штук, Каш, за мной бежит сейчас. Хорошо, что не за мной. Меня вообще не трогают. 5 штук. Вот, кстати, когда мы попадем в ад, наверное, нам надо постараться изо всех сил не ударить свинозомби. Иначе нам существенно сложнее в аду потом в А дальнейшем там, будет. по-моему, с них можно это свинину получать, по-моему, с этих зомби. Можно, только они очень больно бьются. Ну, зато можно, кстати, ферму на основе их сделать. Они просто будут бежать, а ты будешь их просто гасить, и все. Не стоит забывать, кстати, что в лаву их не заманишь, они в лаве не горят. Оба, еще одно золото. А, они все еще больше и больше прибывают. Много я акаций набрал, пока достаточно мне. ТПшку из хоум. Блин, я. А как я теперь выберусь отсюда? Откуда? Я упал в яму в твою. Так, А, тут там это лестница. лестница есть так-то. Придется мне переставить метку. Да иди ты сюда, блин, а. Так, Золото мое. удаляем теперь метку Блин, а хоум. мне места под золото Создаем новую. нету. Хоуме. Хуми. Можно еще выбирать цвет. Хоми. Так, ладно. Пошли спать все-таки уже. Да. Все, лег. Так, Отлично. ага, все, ура, день. Так, пора завтракать. Хлеб уже Так. заканчивается. Мы идем, я А, уже нет, у все меня же стакаю еще тут. стак есть хлеба.
Так, бежим от него. О, еще золотишко. Здесь, наверное... А. Надо что-то здесь сделать. Тоже будет. Заборчик там, наверное, надо будет сделать. Лестницы. Эх, тут ресурсов никаких с него не выпало, к сожалению. Полезных, так сказать. Вот он. Надо как-то по-другому немножко сделать. Так. Красота. Земля добывается у нас. Так, а как делать сундуки более расширенные? Напомни-ка мне. Деревянные, обычные, вот. Что ли? Нет, типа железные вот у нас сейчас есть, а дальше какой? Алмазный, по-моему, да? Следующий золотой. Ага, золотой. Золото надо набрать для начала. Надо 8 железных слитков. Так, я иду сбывать ресурсы на базу. Как? Опять земля, земля, земля. Прикол. Земли так много, что сколько? Раз, два, что три, четыре, просто пять, обалдеть. Шесть, о, семь, железка, восемь, есть. Девять, 18, 19, 20, 21 стак земли. Ну и булыжника прилично уже. Я просто копал подвал себе дальше, а тут железка нашлось. У меня так тоже. Я угольно нахожу здесь. Так, пора, применить способности летучей мыши и высоту посмотреть. Так, а где летучая мышь у меня? А, вот она. ХП становится совсем мало. А почему я не взлетаю? А почему я взлететь не могу? Может, это потому, что мод какой-то, в смысле, этот персонаж ограниченный мышь как-то? Нет, я на том летсплее это летал за летучую мышь. Не помню, чтобы как-то. Может, это типа как элитры какие-нибудь. Типа как на элитрах действует. Вот газ там точно можно летать, а вот летучая мышь, похоже, не летает. Ладно, придется самим собой, кстати, как-то выбираться отсюда самому. Я пытаюсь как-то до того хода твоего докопаться, значит. Похоже, его нету здесь. Ладно, придется булыжниками назад карабкаться. Только не помню, что там раскопать. Не знаю, правда. Ой, ура. Остался маленький кубик. Первая лопата сломалась, вторая пошла в дело. Так, третий блок вот здесь. Третий, да. Вот, вот она. Слишком глубоко я накопал. Зато сейчас будет очень много булыжника у меня опять. Хитроумный проход просто сделать хочу тут. Интересно, сейчас стою посмотрю. Пока не надо смотреть, я еще не сделал. У меня тут вообще уже мало становится того, что осталось выкопать. Пурурум-пум-пум, пурурум-пум-пум. Чуть-чуть совсем.
Насколько блоков тут? Так, раз, два, три, Не четыре. знаю. Четыре. Раз, два, три, четыре. Блин, а кирка реалмитовая такая крепкая, на самом деле, оказывается. Да. Я и сколько уже копаю, она едва-едва сломалась. Отлично, докопался. Интересно, сейчас я посмотрю, что там накопал. Сейчас рано еще копаю, пока смотреть. Сегодня. Я еще не... Ну тогда иди смотри, что у меня здесь. Подожди, я еще делаю тут. Ну хотя я сейчас докопаю как раз к этому времени, надеюсь. Наверное. Нифига себе. Это вот подвальчик-то. Да уж. Вот это домик, блин. Я тут железо копал. Так, скриншот на F2, по-моему, да? По-моему, да. F2. Скриншот есть. Так, не сюда, не туда. Так, вот этот камень я просто вот для этого использую. Земля, 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 еще одна земля, еще земля. Теперь булыжника еще сюда надо. Хотя сейчас я булыжника соберу себе в инвентарь, потому что сейчас его переплавлять буду весь. Так. А хотя что церемонится с этой землей, тут все равно будут ступеньки. Потом. Это, наверное... О, вот в этот сундук буду складывать все, что из того места я выкапываю. Блин. Это все для дома здесь у меня будет. Сорок четыре булыжника, на самом деле не так много, хотя ладно, я еще тут накопаю немного. Ну а чё, продолжу дальше немного. Может там что-нибудь будет интересное. Ты можешь сходить пока посмотреть, как у меня раскопки идут. Ага, отлично, вот теперь больше стака булыжника есть. Мне, если что, дашь? Если вдруг надо будет мне. А тут, а этот проход заткнем. Заткнем. Нормально, так сказал. Ну да. Ты куда там копаешься? Я просто уник вижу, прям где-то чуть лишь под своим домом уже идем. Точнее, не под нашим общим, который был. Вот надо это сделать, его красота. Так, андезит еще вот так. Гранита и диорита. Не, вот, да? Не хватило каменного. Диорит, андезит, гранит, камень, камень сюда, это сюда. Вот. Стоп, а зачем я тут прокопал? Не знаю, ты же копаешь, не я. Так, мне надо палок новых сделать. Побольше. Побольше. И лестниц надо сделать. Нифига себе! Это надо видеть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 с полной стака земли. 12 штук. Отлично. Посмотрим, блин, с той стороны придется откапывать. А что там копаешь, что хоть? Подожди, рано еще смотреть. Чё любопытный такой, а? А, это шахта, которую я, помнишь, копал когда-то? Капец, да. Ты любопытный, конечно. Нифига ты тут строишься.
Это типа запасной выход из дома будет у тебя? Господи. А, вау, красиво получилось. Я хотел, чтобы... Я случайно взял твое. Сейчас, погоди. Погоди. Да я выбросил, вот, потому что инвентарь забит был. А, вот у тебя там адда будет, адский портал, погоди. Интересно, где у тебя лестница наверх вообще есть? У тебя есть наковальня, у меня нет наковальни. О, кстати, слушайте, у меня вопрос. Так, где эта книга? Так, шелковое касание. О, я хочу зачариться на прочность 4 шелковое касание. Можно, можно, конечно, можно. Да-да. Так, наковальня, наковальня. Прочность 3 на реалмитовую кирку. О, работа у тебя там полным ходом идет, я смотрю. Реалмитовая кирка с прочностью 3 и шелковым касанием. Нет, шелковое касание я не буду на эту кирку накладывать. Прочность 3? Да. Но шелковое касание нет. У меня есть теперь прочная кирка. Это круто. Это круто, да. Посмотри. А, кстати, это спать надо уже. Все, да, давай, да, спать, сейчас. Спать, 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 спать. Подожди. Так, что, спишь, нет? Нет, подожди, сейчас лестницу делаю. Инвентарь уже забить, девать некуда ничего. Вот эта дверь мне не нужна вообще нафиг. Так, ты ложишься, собираешься? Вот, так, вот сейчас, да. Надо, давай, так, еще вот здесь надо дверь поставить. А, ёлки-палки-то. Все, иду. Спальня. Строитель. Молодец, уже повредил, уже сделал трещину у меня на наковальне. Кошмар. Ты будешь ложиться, нет? Как тебе не стыдно портить чужое имущество, а? Ни разу не стыдно. Ура. День. Оба, урожай зашел. Так, здесь крипер, да? Зашел. Кстати, теперь, короче, с того этого... подвальчик, с подвальчика того теперь, который ты вырыл, можешь теперь ко мне домой зайти. Это не подвальчик, это изначально был... вообще-то этот, как его? И только дом, чтоб не взорвал. Ни тот, ни я другой. Я пытаюсь. Ни тот, ни другой. У него 2 хп. О, отлично. Можешь пойти, можешь зайти посмотреть тот проход, короче. Сейчас, погоди. Я сейчас урожай соберу сначала, подожди. Сначала я урожай соберу. Да. Погодите. Ох, немного FPS даже просел. Ничего себе, как ты быстро собираешь, блин. Вот тут не собрал их немного. Где? Да все, уже собрал. Опа, здесь 64 блока. Так, мотыга где-то у меня еще есть в инвентаре, по-моему. Так, ну здесь вот сейчас надо будет распахать. Вот, все, красота, нафиг. Так, семена кончились у нас немножко. Это одна часть семян кончилась. Семена, семена. Нам надо теплицу строить, как мы... чтоб мы выращивались нормально.
Да, ну что, ты пойдешь смотреть, как по проходу этот Погоди, секретный? сначала золото надо залутать. Понятно, сейчас было, ладно. Сейчас посмотрю, не переживай ты. А тут палочки еще остались. Так, золото выпало. Два золота. Красота. Остался один хлебушек, а потом это следующий стак. 22 золота есть у меня. О, кусочек говнеца остался. Ой, говнеца. Глаза циклопа. Кошмар, Говнеца. извращуга. Шучу. Так, булыжник, булыжник. Вот построишь дом свой, я, наверное, к твоему подвалу пароход прокопаю. Не надо. Я хочу дом, чтобы у меня был автономный, так Чтобы сказать. можно было войти в дом друга, не выходя из дома. Кошмар. Звучит двусмысленно. Так, теперь уголь. Ладно, буду, короче, строить пока третий этаж. А я пока, блин, камень плавлю для фундамента. Какое счастье. Так, мне надо будет много-много-много дерева. Ну чё, кстати, как тебе подвальчик примерный будет? Большой. Да я еще больше, честно говоря, хотел. Больше, чем у меня, блин, намного. Прощелкнул я Да немножко какой, у момент. меня вообще не небольшой. Ну да, маленький, я бы сказал, у меня. У меня маленький подвал, к сожалению. У меня-то меньше, но все равно. Где-то здесь дверь будет. Тут дверь поставлю. Сейчас будет камень улетать как сумасшедший. Короче, все стены будут из камня у меня. Подвальные. Сейчас надо поставить, плавить булыжник. Классно, у меня вообще камень опять кончился практически махом. А, я перетащил печку уже. Так, топ. Фундамент у меня... Ой, пол у меня будет из дерева. Ну, вообще, по сути, потом у меня будет здесь строиться нормальный подвал. Пол будет Надо нормальный. Отправляться, короче, еще булыжник копать. Мой булыжник сейчас весь улетит просто И на буду я землю. его делать это вот в этом твоем под секрет в твоем этом проходе. В твоем проходе. Боже мой. Как сказано-то. Кошмар. Наверное, я что-нибудь тут сделаю интересное в этом твоем Класс, проходе. У меня опять камень кончился. А мне надо много камня, чтобы сделать крышу. А мне еще больше камня надо. 19, еще здесь 20 камушка, здесь. О, тут уголечек есть. Буквально стак камня есть. Буквально. Все. Сейчас он махом улетит и жди опять камня. Видно сколько. Ты, если темно дуб найдешь мне, наруби кинжал дуба. Да. Да, ну мне еще твои заказы выполнять, блин. Своих дел полно. Так. Ура! Часть стены встала, как надо. О, еще железо тут. Все, кончился камень.
копаю тупо пароход твой секретный и нахожу ресурсы в нем. Нормально, чем повезло, повезло, повезло. Да, очень. Так. Дуба вообще нифига нету у меня. Все грустно. Да. Тут сделали. Тут можно сделать. Тут можно сделать проход в какую-нибудь пещеру, да? Да. Так, ну вообще мне будет. Опа! В этой части. Я рыл этот проход и, короче, докопался до своего портала в ад. Нормально так. Обалдеть просто. Нет, это надо будет заделать обратно. Это потом заделать обратно надо будет. Слишком много я копанул. Боже. Сейчас за темным дубом, блин, опять бежать сейчас. Придется. А, топливо кончилось. Что, уголь опять у тебя кончился? Не уголь, а этот. А хотя, да, уголь можно же положить. Зачем я дерево сюда кладу? Да, вообще не экономный ты какой-то. Не относишься экономно к экологии. В том плане, что... Да, камень. Жаль, индастриал крафта нету. Можно было бы этот... Сделать железную печь, которая плавила бы быстрее. Ну, потом поищем мод. Все, просто вот он, кусок дома, вроде ничего не использовалось, бац, все, нет двух стаков. Боже мой. Надо еще парочку, чтобы этот... Так, ну пол будет в полублока точно у меня, нафиг. Математически, вот этими способами. Так, 4 стака осталось. Чумного дуба у меня? Больше у нас ничего вот. Нету. Так вот. И тут тоже ровно хватило. Так, 28 ступенек. Этого мало будет. Надо еще. Я не говорю, вообще очень мало этого всего. Нужно, поскольку почему-то способность летучей мыши летать не работает, придется строительные леса делать. Ну и земли самые быстрые. Да, только земли у меня немного. Кстати, на новых версиях это строительные леса есть вообще балдежная тема. Да. Но не в этой версии. Да. Отлично, теперь место свободное появилось в инвентаре. Я уже не знаю, сколько стаков дерева у меня ушло сейчас. Вот чисто вот на вот это. Все дело. Вот, все. Закончилось дерево. Считай. Предлагаю поспать и закончить серию, а в следующей серии начать строительство крыши. Отличная идея, мне нравится уже. Я уже почти в кроватке, а ты? Я да. Все, ложусь спать. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась эта серия. Если понравилось, то с вас лайк, подписывайтесь, с нас эпичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, блоговый канал, вступайте в ВКонтакте. И всем пока. До следующих летсплеях.